Всем привет, молодежь! Сегодня смотрим Ирина Кайратовна Вуканг. Я знаю, вы еще там что-то вы там просили посмотреть, да, но давайте Вуканг посмотрим, а потом уже что вы там хотели попросить, я уже не помню, наизусть я потом посмотрю и в целом тоже посмотрим. Я как бы не против, да, я не отказываюсь от своих слов, так что давайте поехали. Вуканг. Обложка, кстати, интересная. Ну, мне заинтересовало. Заставочка ихняя, да, фирменная. Что-то будет интересное все-таки. Вот этот он очень классно, как бы это читает или поет, да, очень классно, мне нравится вот именно он, я просто не знаю, как его зовут. Балалайка.
Интересные ребята очень. У них всегда очень такие клипы качественные. Все сделано качественно, все задумано, да, то, что они говорят. Хотя я многих слов не понимаю, потому что, ну, это ж не мой язык, да. И все-таки я в одном ролике сказал то, что они эти казаки. Извиняюсь, ребят, извиняюсь. Я просто хотел сказать казахи, да, сказал казаки. Извините, ребят, то, что вы там на меня уже накинулись, то, что, типа, ну, бывает, ошибся, да, вот с кем не бывает, да, ребят. Поэтому не надо там осуждать, писать, да, ставить дизлайки, да, типа, за что ставить дизлайки, то, что вы меня попросили посмотреть, я посмотрел, ну, ладно, я ошибся, сказал там казахи, ой, казаки, да, вместо казахов, ну, типа, все ошибаются, да, ребят, поэтому очень классно то, что ну, вот этот очень клип классный, просто я мало слов понял, потому что мне этот язык не знаком. А читать текст, там, разбирать, это не то совсем, ребят, я не знаю, кто этим занимается, кому это надо. Не, я понимаю, есть люди, которые там разбирают, да, там, ну, это не ко мне. Я смотрю клип, я хочу насладиться именно клипом и песней в первый раз, не читая там текста, да, но максимум могу посмотреть разбор, да, на этот клип. Мне будет интересно то, что какие-то там будут пасхалки, да, там, то, что там ребята, которые в этом шарят, ну, расскажут, да, что там в этом клипе, кому отсылки, то и сё. В целом мне, кстати, понравился Вукэнг, но больше мне понравился 5000 клип, да, потому что там как-то более все было, ну, не знаю, как-то оживленно, ну, лично для меня, да, у каждого свои вкусы, и поэтому вот так вот, ребят. И там мне очень нравится, как этот зачитывал, как его зовут, я не помню. Вот этот он, мне очень нравится, как он прям так классно читает, прям хочется его слушать и слушать, ребят, поэтому. А Вукэнг, кстати, Вукэнг это что-то такое, мне вот интересно глянуть, что такое Вукэнг, да? Потому что, ну, интересно глянуть, что это такое. Вукэнг же. Вукэнг. А, это он, наверное, да, вот видите? Вукэнг Рен. Крис Ву, актер и модель. Это что, они сделали, что ли, этот клип о нем, что ли? Я так не понял. В общем, напишите в комментариях, потому что не хочу, чтобы ролик затягивался, да, наверное. И в целом, ребят, спасибо тем, кто посмотрел. Поддержите меня лайком, комментарием и напишите, что вы думаете, и расскажите мне, что именно они хотели сказать этим клипом. Всем удачного настроения, всем пока.